Воскресенье славущего в Донецкой Слободе вновь радует гостей и прихожан изысками духовной музыки. Сегодня здесь выступает второй международный фестиваль «Вселенная русского хора». Фестиваль проходит второй год. Интерес к проекту проявляют все новые коллективы и хормейстеры, композиторы и музыковеды со всей России. Организаторы фестиваля ставят перед собой сложную задачу на рубеже столетий сохранить традиции и донести до молодежи духовно-музыкальное наследие. В этом году фестиваль посвящен памяти выдающегося русского церковного композитора Александра Дмитриевича Кастальского. Он является первоначинателем нового направления русской духовной музыки. В этом году мы отмечаем 160 лет его, со дня его рождения и 90 лет со дня его кончины. Открывая фестиваль, настоятель прихода протоиерей Игорь Кимчук подчеркнул, что принимать фестиваль «Вселенная русского хора» в стенах храма Воскресения Славущего уже стало доброй традицией, и представил участников. Женский камерный хор «Классика» Международного общественного фонда единства православных народов под управлением Нины Королевой, а также смешанный хор храма преподобного Пимена Великого под управлением Сергея Беликова. Это же новое направление в церковной музыке. Это новое, но которое было обращено к древности. А Кастальский, он еще был знаток и русской песни, и русского мелоса, вот, и церковного, и такого, и народного. Подобные программы, подобные фестивали, тем более, когда поют молодые, когда они соприкасаются с такой музыкой, это формирует их душу, что в наше сложное время, душу и духовность, что в наше сложное время это просто невероятно важно. В программе прозвучали произведения Кастальского и его последователей Шведова, Чеснокова, Никольского, Толстякова, Калинникова и других композиторов нового направления. Очень понравилось. Это уже не в первый раз, когда мы присутствуем на данном мероприятии. И каждый раз получаются какие-то новые эмоции, впечатления. Ну, этот фестиваль, вот, «Вселенная русского хора», эта идея возникла в прошлом году. Вот, и удалось провести достаточно так как-то, можно сказать, спонтанно этот фестиваль вот в том году. В этом мы уже, конечно, иначе отнеслись. Задача любого настоятеля, любого священника – прививать вкус, в том числе и к прекрасному, прививать вкус к церковному искусству. Потому что церковное искусство – это тоже форма проповеди. Это тоже одна из возможностей донести содержимое, богатое содержимое, богатую традицию православия до душ и сердец людей. Духовная музыка так чиста и возвышена, именно поэтому близка и созвучна душе православного человека. Таисия Филиппова, Роман Рыбкин, Добро ТВ.